Вернуться в элиту мировой спортивной гимнастики рассчитывает Беларусь. Сегодня об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с президентом Международной федерации гимнастики Маринари Ватанабе. Глава государства также выразил надежду, что художественная гимнастика будет становиться более женственной и спортсменкам не придется прикладывать сверхчеловеческие усилия для достижения высоких результатов. Александр Лукашенко поблагодарил Ватанабе за возможность провести в Минске этап Кубка мира по художественной гимнастике на прошлой неделе и пообещал поддержку со стороны Беларуси. Я подробнейшим образом информирован о всех событиях в Беларуси, особенно что касается нашего спорта, художественной гимнастики. И я вам очень благодарен за событие, которое произошло в Минске. Художественная гимнастика – это тот вид спорта, где еще очень много субъективизма. Когда я смотрел на вас, меня не покидала мысль о том, что, может быть, вы будете тем человеком, который этот субъективизм понизит. Его искоренить будет очень сложно, но бороться с этим нужно. Вы, наверное, убедились, что Беларусь держит слово. Это обязательная страна, и все наши люди, которые причастны, в частности, художественной гимнастики, также держит свое слово. И я вам хочу твердо пообещать, что на этом пути вы всегда найдете поддержку Беларуси и можете ей воспользоваться в любое время. А что касается непосредственно Беларуси, я уже вас поблагодарил за то, что этап Кубка мира состоялся в Беларуси. Во-вторых, я очень рассчитываю, что вы нам поможете вернуться в элиту спортивной гимнастики. Вы знаете, что у нас была прекрасная школа, но, к сожалению, мы ее утратили, в отличие от Японии. Страна, которая была на вершине и осталась на этой вершине. Вам удастся эту художественную гимнастику повернуть в сторону искусства, женственности, от этих лишних сложностей, которые просто уничтожают художественную гимнастику. Я не впервые посещаю Беларусь, но каждый раз восхищаюсь вашим народом и прекрасной природой. Ощущаю себя так, что Беларусь – моя вторая родина. В Рио вы выиграли золото в прыжках на батуте. Это одна из дисциплин, которая объединяет наши федерации. На Олимпиаде Беларусь может завоевать медали в художественной гимнастике, прыжках на батуте, спортивной гимнастике. Поскольку следующие игры будут проходить в Японии, на моей родине, пожалуйста, не стесняйтесь просить меня, если я чем-то могу вам помочь быть полезным в этой связи. За большие заслуги в пропаганде идеалов и принципов олимпизма Александр Лукашенко наградил Маринари Ватанабе почетным знаком Национального олимпийского комитета. Награды также удостоена вице-президент ФИШ, в прошлом прославленная советская гимнастка, воспитанная в Беларуси, Нелли Ким. Ей за выдающиеся заслуги президент вручил орден НОК Беларуси. В свою очередь, высокий гость выразил уверенность, что у Беларуси есть большой потенциал для завоевания медалей на Олимпиаде 2020 года в Токио.